Школьники Северного Казахстана приняли участие в молодежном форуме международных культур. Наш регион представляли 14 человек. Среди них 14-летняя Нурсипат Ахмед. Там были очень много мастер-классов. Все мы друг другу помогали. Особенно мне понравилась лепка пельменей. Мы чувствовали себя как семья. За столом сидели, друг другу помогали. Кто-то лепил пельмени, кто-то готовил тесто. Все это было очень весело. А вот Айдана Басубаева нашла на площадке новых друзей. Они из татарской и башкирской диаспор. По словам девушки, их традиции и культуры немного схожи с казахскими. А самое главное, народы очень гостеприимные и дружелюбные. Мой первый опыт, и я бы хотела его повторить. Если рассказывать про впечатления и эмоции, то мне все очень понравилось. Особенно та первая встреча, и спортивные мероприятия, и мастер-классы, и много другое. То есть каждый день был расписан, не было ни одной свободной минуты. Там были помимо русских татары и башкиры, они представляли свою культуру, то есть по сей день мы общаемся. Мир и единство. Главная цель форума – поддержание межнационального согласия между братскими народами. По словам Александра Штро, ребята принимали активное участие. Это позволило им не только найти новых друзей, но и получить большой опыт, расширить кругозор. Вот уже несколько лет мы очень дружим хорошо с курганской организацией «Открытый мир», который принимает участие в развитии грантовых дел. Встретились ребята татары, башкиры, русские, казахи. И все принимали участие в развитии новых программ, новых идей, новых проектов. Писали новые проекты, очень интересные. Форум проходил с 22 по 27 августа. Для ребят это самое время зарядиться энергией, получить массу положительных эмоций перед новым учебным годом. Диана Салихова, Алишер Ашимов, Александр Янсен, МТРК.